Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы начинаем прохождение Tomb Raider Remastered, и это первая часть Tomb Raider, не будем затягивать и начнем. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty, для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Лос-Аламос, Нью-Мексико. Слушай, насколько я знаю, тут должно быть все отлично и с озвучкой, и с русской, и вообще кайф. Напиши в комментариях, как тебе графоний такой. Нормально заходит? Мне вроде заходит. И что это? Самое забавное, что еще вообще ни хрена непонятное из-за таких текстурок. А что так темно? Я не прочитал, что там было написано. А как же именно простому мужчине добиться от тебя такого внимания? Трудно сказать, как именно, но ты пока справляешься. А, славно. Однако твоего внимания хочу не я. А кто? Многоуважаемая мисс Жаклин Натла. Глава Natla Technologies. Ну, а ты в курсе, всякие там блестючие гаджеты изобретает. Умолкни, Ларсон. Мэм. Она даже назад обернулась, ты увидел? Взгляни-ка на это, Лара. Кошелек не начинает пульсировать? Извините, но я играю только на интерес. Среди нее так перья вот летают. Тебе интерес. Перу. Перо. Широкие горные хребты. Она хотела сказать перо. Ледяные стены. Скалы. Сильные ветра и одна маленькая безделушка. Древний артефакт с волшебными свойствами, сокрытый в затерянной гробнице Куалопека. Собственно, мой интерес. Можешь лететь завтра же? Ты ведь не занята? Любопытно. Любопытно. Глянь, ее ведет этот Куан Лао, да, я правильно его помню? Из Mortal Kombat. Он? Нет? Он такой, не знаю, куда он пришли. Думай сама. Куда-то привел, не знаю куда. Мне кажется, что это не слишком надежно. Да нет, слушай, забирается. Красота. Я просто думал еще, что в ремастере, да, они сделают не только переработают модельки, как видишь, они сделали. Я боюсь представить, что было в оригинальной игре. Она бы так не спрыгнула. Она переломает ноги. Посмотри, такая высота была. Я думал, что они как-то подстроят еще яркость, потому что вообще темно. Ля дикая вообще. Она и этого застрелила, вообще с ума сошла. Она такая, ну чё ты, я ж пошутила. Как они быстро закрываются для таких дверей. А, так, а это загрузочный экран был? А-а-а. Красиво. А, тут еще, короче, я посмотрел, можно выбрать управление классическое. А как пистолет? Нас будут обучать, я надеюсь. Классическое и современное. Современно мышкой... А, вот они, пистолеты. Бесконечные? Ой, господи, ты что делаешь? Что происходит? Ой, ой! Ловушки. Ловушки. Суки, я испугался ловушки. А обучение-то будет? Нет? Прикол.
И в современном управлении можно... Ой, что? Почему ты смотрела наверх? В современном управлении можно крутить мышкой и все в таком духе делать. А в классическом нельзя абсолютно. Мы туда можем зайти? Можем. И туда вниз можем. А внизу тупик. Вниз. А вниз тоже можем подняться, смотри. Как какой-то звук был странный. Так, ага, я уже сообразил, что нужно делать. Так. И что я должен делать? Я должен делать... Схватился, молодец. Секрет. А как взять? Е. Взяли. Какую-то полудудку. Взяли полудудку. Молодцы. Я вот выбрал управление современное. И тут еще есть дом Лары. Я просто заходил туда проверять вообще, как оно все записывается, как оно все работает. И там было такого рода обучение. И я думал, что это, ну, все ерунда. Лучше бы, ну, в процессе игры мы разберемся, что почем. А оказывается, тут никакого обучения нет абсолютно. Так что будем разбираться. Я только запомнил, как прыгать. О, это враги? Нет? А, тут автоприцел. Хорошо. Они летели оттуда, значит, нам туда. Ага, я еще уменьшил чувствительность, так что стало чуть-чуть получше. Она спринтом не бегает, это плохо. Так, инвентарь. А, это не полудудка, это аптечка и пистолет. Так, пока побегаем с такой чувствительностью. Нет, наверное, надо поднять. Что это? А, мышка. Это мышка. Да, вот так вроде получше. Просто я не представляю, как можно играть без мышки. Это ужасно. Это пока ты будешь разворачивать камеру, тебя уже 1000 раз покусают. А у тебя есть фонари, чтобы мы не бегали в такой темноте? Так. Спустилась. Молодец. А туда сейчас поднимемся, нет? Нет, туда нельзя. Жалко, жалко, я хотел туда попасть. Слушай, ну так, в целом, переработали-то модельки, ничего, мне нравится. Ага, туда нельзя, все, я понял. Вот это должно быть секретом, нет? Ау, она так в камень кричала. О, подожди, вниз. А наверх? Нельзя наверх? Ого, ты что здесь, что это было сейчас? Что это за супер прыжок был обратно, в обратную сторону? Ничего не понял. Так, я могу еще как-то так оттолкнуться красиво, нет? Я, видишь, я ж не проходил обучение, я ничего не знаю. А там, скорее всего, объясняли, что вот так берешь пистолеты. Тут тебя встречают ловушки. Ага. Вон еще летает. Не все, она не долетела. И да, очень вообще плохо сообразишь, что на тебя кто-то бежит. Так, мы можем наверх, да, попасть? Тоже секрет. Нет, нам туда надо. Нам туда надо, я тебе отвечаю. Прям стопудово. Потому что вон туда мы не пройдем. И у меня давно была еще идея начать прохождение вот такой старенькой игры. Но с ней было очень много проблем. Потому что когда я устанавливал ее, она была полностью без субтитров. То есть это тебе нужно слушать. Так, не подвисай, ты что, с ума сошла? Она была без субтитров. Это нужно вслушиваться постоянно в их, ну, что они говорят. Тут-то понятно, она ничего не говорит.
Но вот в роликах ничего не понятно. А это, как бы, понимаешь, не очень-то хорошо. Суть-то теряется. А потом нашел русификатор, но он не запускал мне игру. И там было столько проблем с этим. Так, главное не упасть. Тут есть кто-то внизу? Волк ходит. А если я тебе сейчас постреляю вас? Лянь, прыгай. Ага, минус один. Где второй? Второй. Все. Безопасно. Тихо. Ты что творишь? А, вот как ходить. Окей. Я начинаю жалеть, что мы не прошли обучение. Там, наверное, было что-то важное. Еще есть волки. Так, тут ничего нету. Я думаю, что нам лучше не падать. Так, получается, на меня бегут, я должен уворачиваться вот этими прыжками. Окей, я сообразил. А вот если мы упадем, как нам выбраться? Там же внизу может быть что-то есть. Мы же должны выбраться. Да, вон, смотри, какая-то штука стоит. Ну? Что это? Да, блин. Так, я думал, наберется. Это неинтересно. Может быть, тут будет... А, нет, она прям разворачивается кувырками. Так, тут нам делать нечего. А от волков что-то можно получить, нет? Глянь, как он не умер, он отдыхает. Он кайфует от жизни. Ой, лбом стукнулись прям об мост. Представляешь, как бывает? А, вот тут можно залезть. Но тут нету ничего. Тогда это вообще бесполезное место, и я не понимаю, к чему его сделали. Чисто просто... Нет, поднимись. Ага, прыгать не надо. Да, ты еще запоминаешь, что тут надо делать, а что не надо делать. Ох, долго. А я сейчас вот так сделаю, смотри. О, успел. Подожди, я думал, он автоматически прыгает, когда я доберусь до этого, до краюшки. А на самом деле нет. На самом деле нет, и это опасно. А, еще, по сути, там обучение, которое было, которое мы, естественно, не прошли, оно подстраивалось под старое все действие, скажем так. Под современное управление оно вообще не сделано. Ой, это кто? Медведь? Медведь. Иди сюда. Я попал в тебя, нет? Миша! У меня же бесконечные патроны. Ну. Все? Все. Так там вообще не страшно умирать. Я сразу издалека на всех смотрю. А как подниматься, если мы упали? Вот. Вот отличный сейчас будет как раз шанс отгадать эту загадку. Почему у меня жизнь так? А, потому что я упал вниз. А аптечка. А, так подожди, нам точно туда? Серьезно? То есть я уже не поднимусь наверх? Я потерял секрет? Ну я хотел действительно перепрыгнуть. У меня не получилось. Ты не лазишь, не карабкаешься ни почем? Ну, там по-любому что-то было. Ладно, хрен с ним. Не будем терять на это время. Возможно, потом мы еще заработаем все достижения. Конечно, не факт. А, ну я к волкам пришел. А, все заново нужно серьезно обходить. Здравствуйте. Так, давай, дубль. А, так, смотри, нужно подходить к краю. Так, и нужно... Я отпускаю. Ага. Прыгаю вперед, хватаюсь. Оп, молодец. Идеально. Я думал, у медведя будет секрет, а у медведя выход. Кто бы мог подумать, что у медведя выход?
Так, ну у нас есть аптечки. А что у нас по жизням? Блин, я думал, что это полудудка, что мы уже собираем какие-то артефакты, а мы пока только аптечки и собираем. Но тут хотя бы бесконечные патроны. Это же вообще невероятно круто. Так, и что у нас тут теперь? Ой, ой, кто-то рычит, кто-то кричит. Ой, тихо, 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 ты что творишь? А как с вами стреляться? Как от вас уворачиваться? Пошли в жопу! Так, как использовать аптечку? Погоди. Маленькая аптечка, выбрать. Так, они меня сейчас сожрут. Ага, нельзя отпускать. Все, я понял. Ай, куснул. Собака. Ты прицелься на него. Да что происходит? Да. А можно музыку потише, пожалуйста? Я себя не слышу. А чё по жизням? Что я тебе скажу? Тут очень-очень странное управление. Я думаю, что без инструкции мы тут не разберемся. То есть я стреляю, поворачиваюсь, да, то есть вот бегу, такой поворот. Наверное, лучше прыжками уворачиваться. Прыжками как-то, мне кажется, более действенно получится, нежели вот этой вот хренью заниматься, что мы сделали сейчас. Просто бесполезное было сейчас все это дело. Чё куда? На время, прикинь, на время, я тебе отвечаю, на время. А, или нет? А, ну это неинтересно. Да, не на время. Ладно, это же первая часть, что я хочу? Я-то... Ага, я вижу вас. Я вижу. Ага. Так. Ага. Все, прошел. Ловушки мне не помеха. Вот почему она тут разворачивается? А если я буду так прыгать, она будет... Нет, тоже разворачивается. Я ее не пойму. Ага, вот он ты, скотина. Опа, опа, да ходит, сука. Почему ты не уворачиваешься от него? Нас этот медведь просто убьет, если мы к нему свалимся. Я прицеливаюсь. Почему ты вперед кувыркаешься? Глупая. Я, короче, значит, буду издалека во всех стрелять. Им нельзя подбегать. Так, мне нужна аптечка. Используй. Она еще и не все восстанавливает, потому что маленькая аптечка. Ну, конечно же. Тогда нужно тут много аптечек набирать. Ни уровня сложности, нет ничего. Кто бы объяснил, что нужно заходить? Опа! Ага, на всякий случай лягушкой прыгнули. Чтоб наверняка. Так, мне не нравится этот звук. Вон он, собака. Ага, все, нормально. Большая аптечка. Бери. Да, большая. Кто-то еще будет? Нет. Ага. Кто-то еще выбежал? Нет. Все, мне просто вниз, правильно? А внизу нас кто-то ждет? Нет, музыка успокоилась. Значит, все нормально. Супер, бежим дальше. Ой, а, все, прошли. Нормально. Один из трех? А что у вас за секреты там были? А, вот эту аптечку уже нашел. И предметов 5 из 7. Выстрелов 240, попаданий 70. 2 километра прошли. Вот это да.
Ага. Так. Я думаю. Вот он. Суки, 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 суки. Ты прицеливайся. Господи, какая же ты странная. Глянь, он прыгает бесконечно. Он бесконечно прыгает. Почему мы не можем на него уворачиваться по-человеку? О, чего у вас так много? Нахрена нужны твои вороты? Ты же прыгаешь странно. Ты странно себя ведешь. Это очень странно. Ну, господи, почему так все... Так все плохо, это же ремастер, сделайте нормальное управление, что за дичь? Сделайте обучение в начале, алло. Что я тут без обучения вообще делаю, раз тут такая жопа происходит? Просто это странное обучение, чтобы ты понимал, это максимально странное обучение. Просто я знаю, что у Лары Крофт ты можешь бегать по дому, по ее... То есть там можно всякие секретики открывать. А там, по сути... Там, по сути, и начинается обучение сразу же. Идем сюда, идем туда. Ну, окей, начинается обучение. Ну, я думал, это просто ради прикола какого-то. О, можно нажать? Оно же ничего нет. Что? No. No. А что это не озвучили, я не понял. С халтуркой попахивает. Так, можно поплыть вниз. Окей, вообще, где мы находимся? Что это? Корыто? О, медведь! Ты... Беги от него! Беги от него, медведь! В смысле? Нет, 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 он сейчас сожрет тебя. Он тебя... Не беги за нами. Не беги за нами, где аптечка большая? Мне нужна большая аптечка. Так. Медведь, умри, пожалуйста. У меня аж душа в пятки ушла. Это вот как в жизни, понимаешь? Ты, вот ты увидишь медведя, все. Это конец. Что с ним делать? У него тут свой загон был. Это все. А... И тут такая же хрень, потому что ты понимаешь, что ты от него не убежишь. А еще волк. Я все, вот только издалека вас стрелять. Но если вас будет много, это беда. Это с вами не справится никогда. Так, а как здесь сохранение идет? То есть нужно пройти полностью уровень, чтобы было сохранение? Да, оно по-другому не сохраняется. Так. Тут еще, видишь, да, огромные локации, но я не понимаю в них смысл, ты не убежишь. Ты в этих локациях ни от кого не сможешь убежать, они тебя догонят. Чудом медведь за мной не погнался. Я тебе отвечаю, это прям чудо, что он не погнался за нами. Давай, мы еще там не были, кто нас там ждет? Тоже какой-нибудь жопа. Вот, я вижу какой-то рычаг, который нельзя нажать. А, можно. А, дверца. Это что-то секретное. Я тебе говорю, это что-то секретное. Это что-то секретное. Передевалочка. Что-то странное. Я не понимаю, что это. И это... Это не секрет. Так. Прыжок. Вот, лети. Молодец. Там какие-то головы. Вот, это секрет мы нашли. Ой, бежим, бежим! Бежим! Молодец. Странный секрет. Ты возьмешь? Господи, вот так, давай. Как это тяжело нам дается. Вот, видишь, нам нужно прыгнуть в сено. А, тут мы не пройдем, правильно? А, мне нужно зажать? Ого. А, ты сама уже там все дела делаешь? Нет, я должен зажимать, видимо. Давай, толкай. Я толкаю, не отпускаю. А, ну это я понял. Давай. И она сама делает. Я ничего не должен делать, окей.
Как далеко мы это должны толкать? Зачем? Самый главный вопрос. Зачем мы это делаем? Тут никого не будет. Блин. Так. Вот эти штуки. Они разбиваются, в них будет что-то лежать? Нет. Я прыгаю, хватаюсь. О, что-то нашли? Что-то секретное? Нет? Нет, это ничего не берется. Ну. Ага, нашел аптечку. Вот тут как... Так, смотри, я очень давно играл в Tomb Raider. И в какой-то то ли anniversary или что-то в этом. О, секретики. Что-то кошка? А, нет, это не кошка. Ну, что-то нашли интересное. Что это? Оно не покажется? Жалко. Жалко. Так. А, я это могу дальше двигать? Да на какой хрен мне это делать? Очень... я к чему это все говорил? То, что для меня это очень... Я забыл, что здесь может быть много всего такого необычного. О, сейчас покусают. Нет, слушай, живой. И где мы? А, у медведя. Ага. Пойдем, значит, снова. Ой, жизни лишился. А, ну сюда мы за вот этим пришли. За сеном. Ну. Блин, что, сено нужно было только для того, чтобы я... Типа спустился мягко. Чё, я-то думал, там можно его прокопать. Погоди. Нет, подожди. Сено. Давай. Так, и смотри, что сейчас будет. Я тебе отвечаю. Нужно нам туда его поставить. Я тебе говорю. Стопудово. Сейчас он там нам... Нет? Ну и что это за хрень? Почему нет? Зачем его должен толкать тогда в разные стороны? Ну провались, сука. А мы не можем залезть, господи, да что ты будешь делать? Получается, тут у нас ничего нет. И это просто бесполезная... Бесполезная вещь. Хотя я думал, что мы провалимся в этом сене. Я думал, что это ловушка. А это какая-то ерунда. Так, что у нас там? Тут мы же еще не были. О, здравствуйте! Убежал. Он убежал. Ладно, хрен с ним. Потом найдем. Да? Взял меня, куснул и убежал. Так. Он сюда бежит? Бежит сюда! Я думал, ты убежал. Но ты поплатился жизнью за это. Ты думал, со мной шутки? Я за свою жизнь боюсь, все. Боюсь и борюсь, понял? Что это? Как она, вон она лежит. Я, короче, знаю, где у нас будет дофигища перемотки. Это будет вот эта игра. Будет ее очень, видимо, много. Учитывая, что в этой серии только что раза три, наверное, она будет, а то и больше. Пока я тут буду все изучать, по кругу проходить одни и те же места. Ага, тут спит волк. Я понял, тут мы были. Так, и куда нам дальше?
То есть мы только не были в той части. Просто там же был какой-то сюжет. Да, я же не ошибаюсь, там же был какой-то сюжет. Нам тут что-то нужно было найти. Но я, смотри, предлагаю сделать так, что в следующий раз... Ага, вот, все, окей. Что в следующий раз мы начнем с обучения. А что делать? Давай, прыгай. Окей. У нас тут сразу она так вглубь пошла. Так, куда? Вправо. Давай, давай, ниже. Мы же выживем. Если ниже поплывем. А теперь выше. Ну, должны выжить. Я вижу, вижу. Какой-то бассейн. Опа. Какие-то драконы. А ты можешь быстрее плавать? Это двигается штука, нет? Она цветом отличается, я же вижу, она должна двигаться. Да какой-то... Рассмотрите вблизи змею. Ну, почему именно змей? Ага, первое достижение заработали. И что нам это... Это тупо за достижение мы пришли, получается, правильно? Получается, правильно. Окей. Хорошо, значит, пойдем в другую сторону. Я считаю, тут вообще... А, я еще посмотрел, тут уже три части сразу в этом ремастере. И... Там почти 300 достижений. Я думаю, что мы с тобой их не заработаем. Это, представляешь, сколько нужно сил... Времени? Что это? Я могу нажать? Опа. Вот она, дверь открылась. А мы сейчас задохнемся. А мы сейчас задохнемся. Я вижу там свет. Я вижу свет. Я вижу свет. Держись. Я вижу свет. А это обман. А это обман. И мы умрем. Здравствуйте. Вот это ты зря придумала, вот это ты зря придумала. А что делать? А что делать? Жизни начнут тратиться. А они тратятся неимоверно быстро. Она тупо не успеет доплыть. Жалко. И чё? Ага. Уровень полностью перезапустить? Никакого со... Никакого сохранения? Вы издеваетесь, ребята? Чё за дичь? Я на такой вообще не подписывался. Алло. Да, у меня еще больше вопросов к создателям ремастера. Да, это же глупости какие-то. На кой хер вы тогда это делали? Это же Опа. У тебя же автонаведение, алло. Медведь, выходи. Где медведь? Ау, ой, блядь, напугал меня. Ай, кусает, кусает, сука. Он добежал до меня. Давай, 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 давай. Он пока развернется. Ага, супер. Так, значит, этот момент мы тоже опустим. Такому жизнь меня не готовила. Смотри прикол. Смотри прикол. Ключ. Сука, здесь был ключ, а я его даже не посмотрел. Может, не зря мы это все сделали? Погибли, в смысле. То, что мы взяли нужный ключ. Это вот он вот здесь вот лежит. Но я все равно сейчас буду дальше еще идти под воду, куда мы шли. Так, смотри, у нас есть ключ. Если у нас есть ключ,
Но тут еще есть что поискать. Я предлагаю искать. И тогда сделаем так, что мы открываем эту штуку. Дверь. Выплываем. Набираем воздуха. Еще тут поплаваем. И тогда... Пожалуйста, открывай. Открывай, открывай. И сразу будем выплывать. Ага. Не тратьте мне этими своими роликами время. Глупые люди. Давай, давай, выплывай. Вот тоже странно, почему там не сделать... Почему там не сделать место, чтобы вдохнуть? Ну нифига себе. Это же... Это же странно. Так, как нырять-то? Как ты ныряешь? Алло, Лара. Лара, нырни, пожалуйста. Е. Нет. Ф. Ф. Как? С. К. П. Присядь. Как ты ныряешь? Я не знаю. Давай выберемся. Оп, вот так. Ну, вот так, значит, вот так. Что поделать? Там, я тебе говорю, там по-любому наверху что-то должно быть. Не факт, но возможно. Возможно, еще есть какие-то рычаги. Если больше ничего нет, то жалко это слышать. Вот там, видишь, какой обман? Как светится, что тебе как будто туда и надо. А там ничего нет. Это просто невероятно и обидно. Но смотри, раз там такой ключ, я думаю, что нам туда. Хотя ладно, давай, наверное, откроем все-таки этот. Хотя, может быть, секрет у змей? Все это очень подозрительно. Давай пойдем к змеям. Мы ж не зря открыли это место. Но я промотаю, потому что мы это уже делали. Так, все, мы открыли. О, так это секрет. Ну, супер. Аптечку. Я еще думал, а что вот эти аптечки, зачем их так раздают? Сука, их надо раздавать. Их надо... Что это? Что это? Патроны? Зачем? Магазины к магнумам. А это просто пистолет. No. Ого, даже эхо есть. Странные змеи. Ладно, поплыли. Я думал, что они что-то должны делать плохое. Ну вот, взяли патроны. Хорошо. Взяли патроны, значит, нам теперь только с ключом. И я надеюсь, уровень закончится. Потому что не хочу умирать и заново все это перепроходить. Это просто какой-то кошмар. Я тебе говорю, сделали ремастер и не сделали... сохранений. Ну как так? Если ты даже сейчас возьмешь дэндевские игры, сеговские, там, если это какие-то, как их называют, эмуляторы, там даже делают сохранение, что ты можешь в Марио играл-играл, потом херак сохранился. Ключ. И золотой идол. Ну, наверное, серебряный ключ нам нужен. Да? Опа. Ого, вот это я остановился. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, меня цапнули. Так, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, 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 сейчас. Вот, пока они нас не соображают. Видела она, как руками трясла. Пока нас не видят, нужно все брать в свои руки. Много волков. И я не понимаю, как с ними можно вообще адекватно сражаться. Просто, во-первых, не прицелиться. У него вроде какое-то свое автонаведение, но оно по ним хрен стреляет адекватно. Иди сюда. Быстрей, 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 быстрей. Молодец. Все, просто издалека встали и всех постреляли. Нормально. Я просто еще... Вот когда думал насчет этой игры, я заглядывал, смотрел вообще, как она из себя представляет. Ну, именно не ремастер, это оригинальная игра.
Да вроде как бы не возникало у меня такого ощущения, что он там как-то прям очень тяжело. Но на самом деле это жопа. Нет, вы мне просто объясните, как можно сражаться с противниками и все время не получать от них люлей. Чтобы был какой-то шанс на спасение. Что здесь? Есть что-нибудь? Ничего нет, значит мы просто будем сюда падать постоянно. Окей, я понял. Постоянно падать, так постоянно падать. Вот, тут уже начинается... музыка из заставки. Я вижу там летучую мышь. Ага. Так, вот так прыгаем. Молодец. Вон, наверху. Это же летучая мышь там. А к чему вы сейчас эту музыку-то вставили? А, вот она. Я же тебе говорю, сух ты, блин. С одной руки. Вынес. Молодец. Оп, нормально, нормально, все, все, хватит. Ты сейчас перестараешься. Нормально, бежим. Сейчас мы тут... Опа, кто там? Кусает, кусает. Ты что меня кусаешь? Аптечечка. А мне интересно, аптечки с нами будут переходить и на следующий уровень или же нет? Что там у нас? А, это прям куда-то спуск. Нам туда не надо. Ты будешь нажимать? Да, еще тут не очень... Ага. Еще тут не очень удобно работает система наведения, во-первых, на противников. Опа. Дробовик. Система наведения на противников. Плюс еще... система наведения на... А, нам туда. На сами вот эти... О, еще аптечка. На сами вот эти элементы... как его, действия. Так, давай аптечечку мы одну используем. Маленькую. Так. Аккуратно спустись. Молодец. А потом мы откроем, видимо, в центре проход. Давайте я просто буду лазить. Я не хочу тут сражаться. Я просто хочу вот это карабкаться. Я думал, по большей части будет вот в этом первые игры. То есть, ладно, они сделали Anniversary и прочие другие. Ага. Шансов на ошибку нет. Шансов на ошибку-то нет. И что? И что делать? А, пробел, и ты нырнешь. А, я понял. Чего-чего, а это я не нажимал. Так, подожди. Что? Нет, а ты можешь залезть? Так. Разбегайся. Схватилась, молодец. Нормально. Так, зачем нам перебираться-то? Объясни мне. Потому что нам туда. Ой-ой-ой. Назад. Куда? Нет. Так, ладно. Над собой прыгать тоже опасно. Ты можешь как-то быстрее плавать? А то как-то на расслабоне ты плаваешь. Я так был не готов к этому. Так, ясно. Как лягушечки прыгаем. Да, с управлением тут тяжко. Это будет долго... и мучительно. Давай, вот так, молодец. То есть нам все равно как-то надо таким образом прыгнуть. А, туда. Тогда получается, я должен пробежать сюда. Я пробежал. То есть я должен прыгнуть вот так, наверх. Наверх, и как-то вот так. То есть она просто не заберется вот так наверх. Не заберется. Значит, нам нужен разгон. Берем, вот так, прыгнули. Молодец, поднимайся. Вот здесь тоже она до этой хрени, значит, долетит. Так она и до той может долететь. А где ты? А,
Ага. Слушай, да мы забрались вообще... Я думал, все будет хуже. Я тебе говорю, все будет хуже, а оказалось не хуже. Так, тут есть что-нибудь для нас? Ничего нету. Я уж не знаю, что здесь хуже. Сражаться с волками и медведями. Или карабкаться. Я думаю, что это будет... Ну, как-то чуть-чуть полегче. Оно как-то не хочет становиться легче. Ну да, я думаю, что мы на этом закончим игру, да? Уровень на этом закончится? Нет. Там что-то еще. Так, подожди, если я... Она разворачивается сразу. Все, я пробежал. Ага. Ой, опасно как. Ой, опасно как. Так. Все, я пошел, я пошел. А то прикинь, как насадишься на нее. Это же будет вообще не кайф. Это будет максимально не кайф. О, это что было сейчас? А, ну слушай, нормально. Не все так плохо. Просто для чего вы это... Ты что там делаешь? Эй, отстань. Дай я выплыву. Да иди ты в жопу. Он меня караулит. А что мне с тобой делать? Ты меня сейчас куснешь сразу же. Ага, ага. Он потерялся, он потерялся. Все, стреляй, стреляй по нему. Блять, прицелься на него. Сколько мы будем бегать так? Медведь, отстань, отстань. Напугал меня, сука. Так, где медведь? Он там далеко. Вылазь, вылазь, вылазь. Что ты делаешь? Ты выплывешь? Нет? Выплыла. Так, медведь, хватит меня караулить, что за дела? Ага, ага, все. Лара, ты какая-то... Странная. Все, он кусается. Глянь, что делает? Глянь. Опа, опа. Ага, все, я бегу. Я бегу. Опа. Так, подожди, как... Стреляй по нему. Все, помер. Фух, слава богу. Вот и лежит там в углу. Какой-то кошмар. Как она должна уворачиваться? Есть кувырок, от которого она потом разворачивается в другую сторону. Так на кой хрен придуман этот кувырок, если она его делает прям в противника? И противник ее за это время ранит. Это же максимально странное решение делать кувырок. Господи, где сохранение? Что там? Я не вижу. Так. Как бы мне так посмотреть, что там такое? Я боюсь туда идти. Там просто дырка. А вдруг это смерть? Я не удивлюсь, что там просто ничего. Так, вот здесь должна быть какая-нибудь аптечка. Нет? Так. Что это за звук? Ветер воет. Давай, давай, нажимай вот эту хрень. Ага, обратно мы уже вернемся, я понял. То есть теперь нам точно сюда, значит, идти. Ага, секрет, от которого мы чуть не расшибли голову. Это как, что за патроны? Так, смотрим. Магазины Кузи. Магазины Кузи. Хорошо. А, теперь нам... А в какую нам теперь сторону? Там еще куда-то можно было побежать от медведя? А, или расчет на то, что я... А как нам вернуться? А, или расчет на то, что я убежал бы от медведя. Так от него убежать-то нельзя. Опа, не достали. От него убежать нельзя. Он все равно тебя догонит и укусит.
у меня есть татуэтка, у меня есть татуэтка. Вставляй. Ну? Так там еще на тот надо, наверное, попасть как-то. А, это выход. Ага. Ага. А куда ж там дальше? Эту я опустил. Там был секрет. А тут-то мы не пробежим. В чем прикол? Эта хрень еще раз нажмется? Так, а зачем это? Нет, мы ее должны опустить по логике, правильно? Она же больше ничего не решает. Опусти. Опустили. Все, они остановились. Я даже не пойму, где это происходит все дело. Но вот... Весь прикол, что это очень далекий прыжок, и она его не сделает. Она тупо не сможет его сделать. Давай попробуем. Прыг. А, тут еще какая-то дырка открылась. Что? Что это за место? А ты можешь как-то побыстрее плыть? Выплыви, молодец. То есть мы на другой стороне? Надо было прыгнуть в бассейн? Серьезно? Ну это, конечно, интересно. Ты еще догадайся, что там в бассейне что-то открылось. Вы же ничего мне не показали. Давай. Ага, все, открылось. Я это понял. Так, медведя там нет, прыгаем в водичку. Все по красоте вообще делаем. Все отлично. На этом и закончится, я думаю, да? Смотри, что там происходит. Ага, ага, сейчас. Сейчас. Твою мать, какого хрена? А, мы обратно вышли? В смысле? Как мы обратно? Мы же пришли не отсюда. А, это я дурачок не в ту сторону пошел, или что? Да, вот я думал, что нам туда, а нам оказывается сюда. Вот же мы вставили вот эту штуку. Все, уровень заканчивается. Слава богу. На этом мы и закончим. Это все. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и комментарий, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего доброго.